Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гончаренко. Я представляю общественную организацию «Илисан». Мы ассоциация молодых лидеров и исследователей. И мы видим достаточно серьезную проблему в том, что в городах, как в больших городах, мегаполисах типа Киева, так и небольших городах типа Фастова, Обухова и в городах по всей Украине достаточно низкий уровень мотивации молодых людей к созданию собственного бизнеса. Это связано с тем, что люди, возможно, недостаточно верят в себя, возможно, не очень понимают, каким образом можно реализовать свой потенциал не просто на нанятой работе, а в собственном бизнесе. Мы ставим перед собой задачу за короткое количество времени обучить, дать понимание того, каким образом строится бизнес, откуда берутся идеи для бизнеса, каким образом этот бизнес может быть не просто источником заработка денег, но и источником качественных социальных изменений или в виде ценностного бизнеса, или в виде социального предпринимательства.